Обзор DeltaStock. В этой сессии речь пойдет о DeltaStock. Компания была основана в 1998 году в Болгарии. Ее центральный офис до сих пор находится в Софии. Деятельность DeltaStock регулируется в соответствии с MiFID. Также регулируется Болгарской комиссией по финансовому надзору, состоит членом ESMA. Защита вложений клиентов гарантирована фондом компенсации инвесторам SICF. Услуги компании предлагаются через собственно разработанную Delta Trading платформу, а также DeltaStock MetaTrader 4. Delta Trading 6 доступен для скачивания, для работы в веб и для установки в мобильное устройство. Коротко об этой платформе. Она предлагает 80 валютных пар, золото и серебро, CFD на акции, индексы, фьючерсы и ETS. Быстрое и точное исполнение. Предлагает фиксированные плавающие спреды в одной платформе. Отсутствие маржи при хеджировании, расширенные графики с массивом из 80 технических индикаторов, широкий выбор типов ордеров, полуавтоматическая торговля с помощью условных ордеров, уникальные функции, такие как подробная торговая статистика и PL-график, новости в реальном времени, экономический календарь и так далее. Пополнить свой депозит в DeltaStock можно разными способами. Это и банковский трансфер, при помощи кредитной или дебетной карты Visa MasterCard, при помощи Skrill. Снять деньги можно теми же уже перечисленными мной способами. DeltaStock предлагает два варианта открытия реального счета. Первый счет в Delta Trading. В этом случае у трейдера будет возможность торговать Форекс с подзолотом и серебром, зарабатывать на разнице. Минимальный депозит на открытие реального счета – $100 евро, британских фунтов, либо швейцарских франков, 200 болгарских левов или 300 румынских леев. В случае MetaTrader 4 у трейдера будет возможность торговать Форекс под золотом и серебром. Минимальный депозит на открытие реального счета $100, 100 евро, либо 100 британских фунтов, или же 200 болгарских левов. В контактной информации указаны адреса центрального офиса, который находится в Болгарии, в Софии, как я уже отмечала. Множество телефонных номеров фронт-офиса, дилеров, мобильные номера, а также адреса электронной почты. Расписание работы с понедельника по пятницу с 9 утра до 17:45. Также указан адрес румынского офиса, который находится в Бухаресте. Номер телефона, почта и график работы. По будням с 9 до 18:00. В случае возникновения каких-либо вопросов, также можно дополнить онлайн-форму, вписать здесь свой вопрос и обратиться к DeltaStock. Сайт работает на английском, русском, французском, испанском, итальянском, немецком, болгарском. Это все от DeltaStock. До следующих сессий.